разведке находятся Екатерина Горелова, Василиса Лавик, Валерия Котлова, Алиса Курцева. Мария Иванова снята со старта в связи с травмой. На старт для исполнения короткой программы приглашается Евангелина Горелова, Тихорецк. Разорвать этот круг. Поверь, мы союз, ты светлённый.
приглашается Василиса Лаврик, Невинномысск. Василиса Лаврик набирает 25,59 балла. На старт приглашается Валерия Котлова, Будённовск.
На старт приглашается Алиса Бурцева, Волгоград. Разрешена разминка следующей группе участников. На разминке находятся Вероника Таранова, Ставрополь, Алина Игоровская, Буденовск, Вероника Семенова, Ставрополь, Анна Малинок, Невинномысск, Ксения Кузьменко, Невинномысск.